Здравствуйте, в эфире новости погоды. И расскажу о них я, Игуль Зарипова. Спонсор прогноза погоды – Набережно-Челнинский трубный завод. Достойная заработная плата, бесплатное обучение, дотации на проезд и питание и профессиональное развитие. Современный завод по производству нефтегазового оборудования приглашает к сотрудничеству специалистов на современные рабочие места. 20.07.07. 20.07.07. Во вторник, 13 февраля, в Набережных Челнах облачно, днем небольшой снег и метель. Столбик термометра покажет нам от минус 4 до минус 9 градусов, ночью до минус 16. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Прекрасного настроения, до встречи на нашем телеканале.